Всем привет, как и обещал, рассказы про немецкие бомбардировщики, бомбардировщик, он у меня 4-й уровень прокачанный, как и британец, вот, значит, сейчас мы здесь зачистим и появится возможность его выбрать. Это, конечно, большое подспорье. Атакующим, если получится, если не будет очень грамотного синичка или какого-нибудь москита сзади, то всегда путаю стук москита, стук у немцев, она против, она хорошо выносит бомбардировщики. А вот так, сейчас зачистит, осталось чуть-чуть. Если не будет никакого сильного сопротивления, то сможете оценить, насколько мощны девушки МСПМ. Здесь станет сейчас все понятно. У них здесь. Примерно так. Да что ж подтормаживает интерфейс. Конечно, надо ставить вторую планку памяти, 16 явно не хватает. Стоит, все нормально у него по жизни было. Вот это вот 500-килограммовочки, 4 штуки, 2 тонны на голову, взрывчатки, мало кто, если грамм правильно пустить. А давайте полетаем, покружимся, надо перезарядки дать время. Она у немцев происходит дольше немножко. Так, поэтому сейчас надо вот ребятам на А помочь, иначе их всех покосят, а это очень плохо. И пушки убрать сюда. Слабо. Так, ну А забрали, отлично. Леопардовая расцветка, конечно, шик, блеск. Раздали недавно с новым обновлением. Так, вот ребята подтягиваются к Б, надо выносить всех чертям собачьим. Кто там?
с одним махом. Оп, все. Силу того ключа, что я, о котором я рассказывал. Так, вот А, там очень маленькая. Малая зона этого флага. Так, ладно, тогда же лучше, сейчас надо Б зачистить. Взяли, молодцы. А теперь дело техники, тем более берут А. Надо просто ребятам помочь. Айс неправильный и так далее. Мы получили контроль над целью Айс. Зачистите сектор от этих заходишь на атаку. Так, дайте самолет, дайте самолет. Приходится сжать вот так вот. Постоянно. Вон он, вижу, откуда он хреначит. Его надо первым делом выносить. Приходится вот так часто жать, чтобы не провалить.
Кто будет смотреть, перемотающий? Перемотайте. К сожалению, вот так вот долго приходится ждать. Подкрепление, если, конечно, не разобрали. Поражает, конечно, дебилы, которые желают всем рак. Вот. Где гарантия, что он тебя не настигнет раньше? Не надо никогда никому желать таких вещей. Я считаю так. Все под Богом ходят. Даже... Ох, чувствую, меня разберут опять. Надо выносить ту зенитку и тот танк. Как так-то? Недосброшенные бомбы в прошлый раз. Вот она так и происходит. Подстава, конечно, когда... Надо всегда на вот этих вот, на базе всегда вычищать. Люки полностью. Запас, чтобы во все оружие лететь. Вон он. Вижу тебя, родной. Вижу. Летает. Здесь приходится возвращаться из-за вот того самого зенитчика. Более их два было, стационарный и танк. Так что чем ждать долго появления нового, лучше уж мы. О, как плотненько стоят, молодцы. Под тем углом немножко. Сейчас мы... А, зачистим. Нет, лучше зачистить Б, чтобы оно осталось у нас. А, все, собственно. Ну, лучше всего, конечно, продемонстрировать этот немец на картах, где отряды очень быстро передвигаются. Например, кряж тот же самый по горам, где с айгаком прыгают. Ну, вот. Он, конечно, высекает там. У меня максимум 12 человек, я одним махом высек. Просто отряд прибежал, все захватывал, и под замес все пошли. Вот примерно так. Примерно так. Удачи вам с бомбометанием. До встречи. В следующий раз расскажу еще что-нибудь новенькое. Пока не решил, что, если честно, только вот канал создал. Все, надеюсь, было
интересно.